Ульяновцы объединяются, выигрывают и подают пример жителям других регионов. Местные территориальные общественные самоуправления вызвали интерес у руководителей Пензы. Глава города приехал в Ульяновск, чтобы разузнать, как наши ТОСы так гармонично и интенсивно развиваются. Напомню, в местных самоуправлениях задействовано 142 тысячи человек. Благодаря их деятельности организованы бесплатные секции для детей, клубы здоровья и благотворительные пекарни. По мнению главы города Пензы, с нас можно смело брать пример. Приехали опять к вам, повторяюсь, потому что эта работа у вас ведется достаточно эффективно. Мы тоже, конечно, не сидим без дела, но на наш взгляд ваш опыт заслуживает внимания и перенесения его на территорию города Пензы. Не только муниципальная власть поддерживает общественников. Губернатор активно участвует в развитии самоуправлений. Ульяновские ТОСы участвуют в программе «Народный бюджет» и в проектах поддержки местных инициатив. Также ТОСовцы регулярно подают заявки на конкурс президентских грантов и часто выигрывают. Успех достигается благодаря слаженной работе грамотных специалистов. У нас есть как ресурсный центр ассоциации ТОС, вот, такая организация, которая оказывает и бухгалтерские услуги как раз ТОСам. Это нет нигде в России. Есть юридическая поддержка, методическая помощь. По итогам рабочего совещания между Ульяновской и Пензенской гордумами было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на совместную работу по улучшению качества жизни на территориях городов. Виктория Чиркова, новости Улправды ТВ.